который с детьми играется, варит кушать. И если кто ударился, то она приходит и жалеет. Мама – це така людина, яка любить нас і заботиться, і вона нас народила, і вона дуже нас дуже сильно любить. Мама готовит ужин, одевает, помогает, убирает в дома, заботится об детках. Мамы есть две ноги, у мамы есть две руки. Мамы два уха есть, два глаза, один нос и один рот. Красивая мама, вежливая, добрая, любит нас. Мама – вчителька английской мовы. Вона людина, жінка, красивая, розумна, роботлива. Хорошие, добрые. Мама – это человек. Она готовит, кушает. Моя мама жалеет меня. Мама – это мама – это мама, я не знаю. Готовит. Она гладит, убирает. Она моет посуду. Ужин делает. Добрая. Она еще красивая. Она еще улыбается. Она? Ну, красиво. Вона всегда убирає, вона уборщиця. Всегда з братиком доглядає мені, каже доглядати. Добра. Мама – це як вона, типа, нас народила і вона хороша. Мама меня любит, мама меня жалеет. Моют посуду, убирают, стирают, ухаживают. Она хорошая, красивая, умная, превосходная. Мама – это для меня как солнышко. Потому что без солнышка мы жить не можем. И без мамы мы жить не можем. Мама добрая. Она меня хорошо воспитывает. Мама – это человек. Она тоже любит меня очень, и я ее люблю. Она меня никогда в угол не ставит. Я с ней поделки делаю. Всякие письма пишу, и с мамой в гости хожу кому-то иногда. Мама – принцесса. Для мене мама – це матусь. Для мене мама – це ніжність. Мама для мене радість. Знаете, что она мне там мажет зеленкой, когда я поранился, на кухне готовит, когда я хочу кушать. Для меня мама – это помощь. Мама для меня самая хорошая. Мама, она меня любит, она мне помогает, когда мне трудно, когда мне тяжело что-то сделать. За то, что она мой самый лучший друг, она, ну, мама. Мама значит, что она добрая. Для меня мама значит самый близкий человек. Мама, она как для меня самый близкий человек. Ну, и она больше всех нас любит. Мама для меня значит, что это моя мама. Как ты ласково маму называешь? Мамочка. Мама Лиля, мамуся, матуся. Маму называю матуся, мамочка, видненька. Ластівка, мамуля.
зайчик. Мама мамусечка. Мама Люда. Мамочка, мама, мамулечка. Мамочка. Так и называю маму. Мамочка, солнышко, Анечка. Маму, мамочка. Я ее называю котик, например, или солнышко мое, или называю кроличек, или... Вот и все, называю вот так вот. Мама, принцесса. Настоящей королевой. Мамочка. Мамульчик. Золотая рыбка. Мамулечка. Мамулечка. Я называю маму мамочка. Моя любимая мама. Ты самая хорошая мама. Самая лучшая в мире. Просто мамочка. Бабочка, красавица. Самая красивая, любимая. Мамочка, мамулечка, мамуся, мама. Моя мама любит кушать манную кашу. Я еще пока не знаю. Наверное, она больше любит салаты кушать. Картоплю из сардельками. Она любит борщ, суп, конфетки, тортик. Она любит шоколадку. Моя мама любит есть горошную ежу всю. Рыба. У нее борщ. Кофе. Чай. Моя мама любит кушать жареную картошку. Голодный. Так, еще что? Рыбы. Я знаю, що мама дуже любить шашлики. Моя мама дуже любить бутерброди, шашлики. Мне кажется, що моя мама більше всього любить холодец. Мама більше всього любить м'ясо кушать. Ну, я точно не знаю так. Я можу сказати, що мама любить більше соленое, а не сладкое. Она любит нашу любимую, ну, нашей всей семьи, любим картошку фри с нашим любимым соусом. Мама моя любит есть суши, шашлык и всякие сладости. Я бы хотела научиться у моей мамы готовить кушать. Хотела научиться поваром быть. Хотела научиться у мамы торты делать. Я у мамы хочу научиться сделать салат и тортик, и еще пиццу. Английская мова. Готовить. Я хочу научиться убирать. Я хочу научиться гладить. Я хотел бы научиться, как она работает лекаром. Надо подумать. Готовить. Я хочу научиться у мамы готовить. Я хотела бы научиться у мамы играть на пианино. Я у мамы хочу научиться варить, кушать. Я бы хотела научиться готовить, кушать, как она. Я хочу, как мама, жарить яичницу. Я хочу с мамой научиться готовить. Я бы хотела готовить, как мама, ну, быть такой красивой, как мама. Я бы хотела, чтобы она меня научила делать английский. Я бы хотела одеваться так красиво, как мама. Еще быть тоже такой красивой, как она. Готовить, ну, хорошо убирать. У тебя есть какой-то вопрос к маме? Есть. Какой? Почему меня назвали Лёма? За что тебя папа выбрал? Чому ты меня назвала Ильёй? Мама, як мені стати такой, як ти? Хотіла спитати у мами, як вона познайомилась з татом. Ну, я даже не знаю. Я хочу спросить у мамы, что такое язык любви. Как играть в баскетбол? Я бы хотела узнать, как делается лед.
Я бы хотела у мамы спросить, почему веточки гнутся? Мама, почему мне нельзя конфеток? Я бы хотел спросить, чего все мамы такие красивые? Что бы ты хотела в праздник маме пожелать? Какие слова ей? Чтобы она была хорошая и добрая, и красивая. Пожелать маме счастья, здоровья и радость. И тепла. Счастья, здоровья, чтобы ее Бог благословлял. Я хотела пожелать маме, чтобы она не болела, чтобы она любила нас. Чтобы в ней было здоровье, чтобы она гарно себя почувала. Я желаю маме букет цветов. Чтобы она не болела, чтобы она была очень красивой. Хочу, чтобы ей все слухались. И чтоб папа ее любил. Я хочу пожелать маме добра и счастья. Чтоб мама была здоровой, чтобы в ней в жизни все хорошо было. Хотела бы пожелать, чтобы ей хотела бы пожелать, чтобы она хорошо себя чувствовала. Мам, я тебе бажаю здоровья, счастья, чтоб ты была гарною завжди, любила один одного. Ну, хотіла побажати своїй мамі здоров'я і радості, щоб вона посміхалася. Я хочу пожелати своїй мамі радості і щастя. Я желаю мамочці хорошого дня. Я тебе люблю. Мама, я тебе люблю. Я желаю мамі здоров'я і щоб вона была красивой очень сильно. Ну, должен попросить прощения хотел за то, что мы иногда бываем, ну, не слушаемся ее. Мама, я тебя очень сильно люблю. Я желаю маме, чтобы она была добрая и счастлива. Мамочка, я тебя очень сильно люблю. Я бы хотела пожелать своей маме добра и счастья, чтобы ее на работе никто не обижал, чтобы у нее было побольше друзей, и чтобы она долго жила. Я тебе желаю, мам, чтобы ты нас больше любила, и мы тебя тоже будем любить, чтобы ты всегда оставалась такая, как ты есть. Счастья, здоровья, чтобы она была всегда такая красивая, как и сейчас. И чтобы ей много цветов дарили. Мама, я очень тебя люблю.